Как мне перевернуть камеру? Все. Позамечай, пожалуйста, своих фанатов. Давайте сделаем прямой эфир. Я вас сейчас подобавляю. Привет, Аня. Подобавляю в эфир. Так, кто тут первый? Например, я. Что не комната была? Привет, откуда ты? Я с Ривного. Даже приемно. Ты все управляешь, я карантин твой. Пишу дистанційно. Вам багато задають домашнього завдання? Да. Наскільки? А ти в якому класі? А я на третьому курсі в коледжі. Я б ніколи не сказала. Я виглядаю на 13, я знаю. А я так само. Я теж на третьому курсі. Але кажуть, що мені 14. А на кого вчишся? На технолога швейного виробництва. Це батьки тобі сказали, чи ти сама вирішила? Сама хотіла. Молодець. Я просто буду, мабуть, класно, коли я зможу шити собі різні класні шмоточки. Бо я живу не дуже, ну я живу просто в маленькому місті, і в нас не дуже є вибір одягу. Прикольно. Клас, так. Я рада була з тобою познайомитися. Тому що ти почала українською говорити. Дякую, па-па! Вот, если вы хотите обязательно со мной поговорить, добавляйте, я не знаю, как здесь это сделать, добавить запрос, и я буду к вам добавляться. Маска пропадает каждый раз. Ну, в принципе, вы меня видели. Отклонили. Угу. Кто-то не хочет со мной общаться, обидненько, конечно. Так, давайте, значит, я просто выбираю тех, у кого хотя бы аватарочка есть, а не. Так, вот. Привет! Привет! Как тебя зовут? Саша. Откуда ты? Я из Хмельницкого. Класс! Чем занимаешься на карантине? Рисую картину и онлайн-тренировки и школа. А чем занимаешься тренировками? Гимнастика? Танцы, диско, слоу. Вау! Класс! Ты большая молодец! Как тебе вообще карантин? Нравится дома сидеть? Ну, в какой-то мере да, в какой-то нет. Согласна, мне тоже не очень нравится. Хочется уже выйти с друзьями погулять, но для нашего здоровья это нужно. Понятненько. Что интересненького расскажешь? Ну, на карантине сейчас ничего интересного. Уже хочу на танцы, в школу. А у вас школа дистанционно, верно? Да. И как, тяжело? Да, тяжело. Капец. Вам много задают, да, заданий? Очень много. Чересчур, прям даже больше, чем обычно, когда да. Вы в школу ходите. Ну, мне кажется, да. Я вам очень сильно сочувствую. Вы очень бедненькие дети. В каком ты классе? В шестом. В шестом. Ну, в принципе, химия и физика еще не началась. Нет. В седьмом классе начинается. Да, наверное. Да, поэтому еще есть хальтура немножечко. Да. Хорошо, спасибо огромное, мне было приятно. А можно сделать? Ты что? Скрин сделать. Да, конечно, давай. Спасибо. Класс. Хорошего пока. Вечера. Спасибо, тебе тоже. Класс, супер. Сейчас подобавляю еще кого-то. Привет! Как дела? Вообще не ожидала, что меня добавят. Привет! Привет! Чем занимаешься на карантине? Да, вот сейчас уроки делаю. Что еще делать? Много задают? Ну, такое себе.
А, то есть нормально, можно еще да. жить. Да. То есть меньше, чем обыкновенно, да? Да. У нас это... даже не каждый день. А откуда ты? Я из Москвы. Из Москвы. Угу. И... Да. И вот у тебя, наверное, какая-то школа другая, необыкновенная, да? Да нет, нормально, обычная государственная школа. А, прикольно. Ну, тебе, значит, очень сильно повезло, потому что я да. слышала, что прям дети устают, когда им так много задают. Да, на самом деле, не знаю, у нас нормально. Прикольно. А вот. Чем еще помимо уроков занимаешься на карантине? Читаю, что еще? Смотрю фильмы, «Элиту» начала смотреть. Класс. Обычно. Ну, мне да. тоже советовали, но я никак не могу начать смотреть сериал. Посмотри. Классный? Да, очень. Прикольно. Но там же вышел недавно 3-й сезон, да? Да, уже вышел. Вот. Да. Я никак не могу дойти до него. Ну, давай. Ладно, посмотрим. Если что, потом буду сторис выкладывать. Да, и говорить, что, смотрю. Да. Класс. Ну, спасибо огромное. Мне спасибо, было приятно что с тобой познакомиться. Да, спасибо. Хорошего вечера. Тебе тоже. Да. Сейчас будем еще кого-то добавлять. Вы такие классные, такие приятные вообще. У меня маска то появляется, то пропадает, но я думала, не страшно. Привет! Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Варя. Откуда ты? Я из России, Ханты-Мансийский округ. Вот. Вот так вот проходит мой карантин. Я где-то там была. Я где-то там была. В Сургуте? Вот, поэтому... Да, в Сургуте была. Ты из Сургута? Я рядом живу. А, да. Понятно. Рядом. То есть недалеко от Сургута, верно? Да, там буквально полчаса езды. И вот. Но на концерт я не попала. Ничего страшного. Я надеюсь, ты еще попадешь на наш концерт. Ну, я надеюсь, вы еще приедете в Сургут. Надеюсь, вам понравилось у нас. Вот. Да, мы уже не раз у вас были, где-то раза 4 или 5. Я даже не знаю. Очень много раз. Ну, вот, я... чем занимаешься на карантине? Я занимаюсь спортом, делаю уроки, но уроков очень много, я могу сказать, задают. Мне подъем. А в каком ты классе? В 9-м. Но в России у нас отменили 2 дополнительных экзамена и остались только обязательные математика и русский. И все получается. То есть даже те, которые хотят поступать после 9 класса, они тоже не будут сдавать? Да, получается так. Прикольно. Ну, у нас по среднему баллу, по оценкам... А, высчитывают, всё, я поняла. Да, то есть не... ОГЭ не такое важное, как ЕГЭ, потому что в ЕГЭ уже учитывается твой результат на экзамене. Поняла. Да. Прикольно. Вот занимаюсь спортом, делаю уроки, больше ничего не делаю, потому что на карантине сижу дома. Сижу дома, никуда не выхожу. Я тоже так считаю. Вот. Нужно беречь себя и окружающих. Да, это правильно. Даже мусор не выхожу. Я тоже не выхожу. Я никуда не выхожу, даже гулять, ну там кто-то обходит там хотя бы один раз дом, чтобы прогуляться, я даже этого не делаю, чтобы не контактировать с ручками, с вот этими нажатиями лифтов, вот я вот категорически... Я в этом плане вообще помешанная. Да, я тоже помешанная. И у меня уже руки засохли, потому что я их очень часто мою, да. раз 50 на день, и я и без этого их часто, очень часто мою, прям вот такая вот... А тут еще и карантин. А у тебя частный же дом, да? Нет. Я в квартире живу. Просто у многих есть... они живут на дачах, и можно выйти на улицу. Да. А так как квартира, тогда еще тяжелее, конечно. Ну, тут хотя бы можно на балкон выйти, там посидеть. Это такое, ну, типа, у не страшно. У меня нет балкона, поэтому только в форточку. Но все равно, хотя бы открыть окно и подышать так свежим воздухом. Ну, конечно, очень тяжело сидеть дома. Да. Потому что надоедает, когда все время в движении, и вот. И спортом да. занимаешься, и уже привык везде ходить, везде все делать, а тут вот так вот.
Да. Все, спасибо огромное. Спасибо, давай. Пока, удачи тебе. Хорошего вечера. Тебе тоже. Так, кто тут у нас есть еще? Давайте посмотрим. Так. Подключение. И... Что-то очень долго грузится. Чересчур. Эй, Лер, ну ты такая, конечно... Я тебе тут заявки кидаю, ты со мной даже не хочешь общаться. Так, давайте напишите, кто хочет со мной в прямой эфир, и я вас буду добавлять. Все спрятались. Ну ладно, не хотите со мной общаться, не надо. Ну так класс, честно, чешется. А, ты случайно? Я потом тебя добавлю. Лера, останься еще. Привет. Привет! Как тебя зовут? Как зовут? Фрестя. Откуда ты? Я из Львова, из Львовской области. Чем занимаешься на карантине? Малюю, занимаюсь спортом, уроки роблю. А в каком ты классе? В сёмом. В сёмом. Это в тебе уже є хімія, фізика. Вот так. А, трошки важкіше, чем було. Угу. А не виходиш нікуди? Ні, сижу дома. Молодець. Правильно, не треба нікуди ходити. Що ще цікавого можеш розказати? Я ж не знаю. Дякую, дуже було приємно з тобою трошки поговорити. Дякую. Хорошого вечора. Тобі. Такі прям... Місі-місі, такі прям лапутузькі взагалі. Так, Валера, ты где? Валера, я тебя потеряла. Ты, наверное, уже вышла. А, нет, не вышла. Check it out! Привет, Валера! Привет, я уйду с кухни, я тут мыла посуду. Ой, какая ты моя умничка, домохозяюшка. Мам, у меня эфир. Тут просто сложно по комнате, по квартире разбрестись. Как дела? Боже, Ангелина, наш эфир просто просила, я не знаю, сколько людей в ТикТоке, да, меня все описывают. А нам так сложно было просто... Приведи эфир с Лерой. Приведи эфир с Лерой. Мне тоже в директ очень много писала. У меня тоже есть такая маска, как у тебя сейчас. А я ее поставлю, это не та, не та, не та. Я нашла, смотри. У меня нет такой маски. Я шучу, я говорю, которая сейчас у тебя, типа. А, вот, нашла. Все, теперь мы на одной волне с тобой. Как дела? Рассказывай. Хорошо, Лера, у тебя как? У меня сегодня первый день на карантине, когда, вот реально первый, вот с того момента, как мы вернулись с тура, когда я ничего за целый день не сделала. Вот муд такой же, как у тебя сегодня был, то, что ты постила в сторис, когда вот ничего не хочется делать, только лежать. Поэтому я сегодня посмотрела 4 серии «Элиты». Первых ты начала смотреть? Не, я начала смотреть, когда мы вернулись с тура, и первый сезон мне вот так, типа, как-то не очень вообще заходило. Сегодня Бобровская написала, она такая, Элита, я говорю, да. Она такая, ну как тебе? Я говорю, ну первая часть первого сезона мне вообще не зашла, я так, типа, перетерпела ее. И потом уже начала заходить, она такая, не говори мне ничего негативного, я фанатею от этого сериала. Я говорю, хорошо. Ну, короче, второй сезон зашел, и вот я сейчас второй сезон досмотрела, и, типа, нормально. А ты что, турецкие сериалы? Да мне тоже говорят смотреть её, но я не хочу. Я знаю, почему я не зашёл в первый сезон, потому что, типа, видимо, на первый сезон было мало бюджета выделено, и поэтому, типа, съемка такая себе, луки такие себе, а я люблю, когда все дорого-богато. По шику. Да, по шику. А вот второй сезон... Я тоже люблю по шику, потому что в Турции только так и снимают. Вот, второй сезон такой уже, поэтому второй сезон зашел.
Что у тебя интересного? Ничего, я сижу дома, никуда не выхожу. Мне уже все, мне начинает сносить крышу. Не знаю, мне тяжело очень. Ну, вот с этого дня мне показалось так, что на меня давят стены, что все такое. Хватит уже сидеть. Ну, потому что, блин, мы сидим сколько уже дома? Дофига, ну, считай, месяц. Больше. Больше. Ну, так уже месяц и неделя. Ну, так. Ну, какая неделя? Ровно месяц. Да. Короче, я не могу уже. Что ты домой не поедешь? Хочется туда? Уже... Что, Лер? Я говорю, что ты на дом не поедешь, там же природа и все такое. Ну вот, в воскресенье поедем на Пасху. Пасха. А я так, туда-сюда. 4 дня у себя дома, 4 дня не у себя дома. Ну, типа, к Саше на дом. Хотя бы природа, улицу гулять, поэтому... Что тут люди пишут? У тебя клаустрофобия, пишут из-за карантина. Да, вижу, вижу. Конец карантина 24 апреля. Ребят, вы размечтались? Ну, объективно, посмотрите правде в глаза. Мы еще в мае будем сидеть. Говорят, то, что вообще границы типа с Евросоюзом не будут открывать целый год, типа, чтобы люди никуда не катались. Ну, это слухи. Ну, посмотрим. Короче. Я свихнусь. О, боже мой! О, Саша пишет, ну да, там погулять можно у Саши. Я вообще-то звонила тебе, ты не берешь трубку. У меня вчера был доверь. Поздравляю с прошедшим. Это типа у меня подстегнуло, я поняла. А, у нас карантин до сентября. Это в какой стране? Порш. Но мне кажется, что у нас, возможно, тоже будет до сентября. Порш, поздоровайся с Ангелиной. Порш, привет! Только не давай здороваться, как обычно. Ты всегда гавкаешь на меня. У нас с ним высокие отношения. Он... Я с ним прям очень сильно близка стала. Я понимаю то, что он говорит, что он имеет в виду вообще. И я думаю то, что скоро я пойму животный язык с этим карантином. Реально. Очень смешно. До какого что Порш? Порш там случайно не офигевает от того, что все дома? Он офигевает, типа... потому что, мне кажется, он думает с таким взглядом, типа, когда вы уже все свалите, потому что вы на моей территории постоянно. Это а какая у него территория? Ну, в смысле, везде квартира, и они же с папой никогда не могут поделить вместе комнату, кухню и так далее. Он кидается, когда мама рядом, особенно вечерами у него монстр вылазит. Трэш. Да. Что у тебя еще интересного? Ничего. Хочется уже на улицу. Тебе не хочется? Да, хочется. Особенно вот дождик был, это прикольно, я люблю. Да, мне тоже понравилось. Это было хорошо. На Пасху вы все вместе собираетесь? Что-что? Все вместе на Пасху собираетесь? Ну, мама, папа, Илона, Саша, я, Лен. Да, прикольно. А Маша в Карпатах? Угу. Они решили поехать туда, чтобы там, типа, карантиниться. Ну да, правильно. Миньонок, привет. Здравствуйте. Привет, Саш. Когда новая песня? Вот в этом месяце выйдет уже. Ну, ту, которую вы слышали, «Любовь не надо парить». В субботу, Лер. Нет, Лер, перенесли. Перенесли? Угу. А. Я думала, вот мне столько подарков будет. Типа, у моего Саши альбом выходит, Open Kids выходит клип с треком, Богдан Ван тоже выпускает трек в этот день, еще кто-то, думал, ох, премьеры и релизы просто несутся. Как ты будешь просто день рождения? А это Страстная пятница, вообще веселиться нельзя. Представляешь? Страстная пятница, еще и карантин. Дабл комбо. Поэтому... его в субботу буду праздновать, поэтому в пятницу я посижу дома, а в субботу, наверное, к Саше на дом поеду, мы всей семьей соберемся, и это будет знакомство родителей. О, май гад! Прикольно. Знакомство родителей с двух сторон. Что-что, я не слышала. У тебя было уже знакомство родителей? Нет. Вот у меня будет в эту субботу. Прикольно! Мне нравится. Я нервничаю немножко.
пишет мне, как эта стрижка Ангелины. На самом деле классно, я наблюдаю в историях, но я же в жизни ее так и не видела. Ну да, из-за карантина никто ничего не видит. Ну, как? Что? Да, ну мне нравится. Стало, ну типа, напряжно стало то, что каждый день вот нужно будет мыть голову, потому что если, ну помоешь там через 2 дня, то они такие, знаешь, уже какие-то потусклые. Надо вот. Разве как-то волосы или нет, дулька там, есть такое у тебя? Есть. И она нормально? Ну, типа, я хвост завязываю тут внизу. О, могу завязать дужку, но только, типа, пол головы несу. Угу. А если цвет... что? Похоже. Ну, ты покраски, да? Цвет не вымылся, мне кажется. А покрасили заново. Это ты дома красила? Не, у Рудишна. А, ну вот, я же говорю, после этого он не вымылся, кажется, как будто он такой... Не, такой же. Ну вот. И может подписаться. А ты учишься, Лер? Да. О, Лер. Да, господи, ты что? Круто или нет? Дистанционка. Но у меня, типа, вчера и позавчера были эфиры вот по Зуму по мифологии, блин, про мифы какие-то, что-то разговариваем, пишем какие-то. Боже, у меня мифология была в 4-м классе. Ты в эфир? Да. Привет, Денчик. Привет. Это что? В общем... Да, мифология у меня была, педагог там нам рассказывает, и мы должны были найти персонажа, который из мифов находился в изоляции, посмотреть на его и всю ситуацию и понять его состояние, и в принципе, как этот персонаж может повлиять на нас в изоляции. Ну, короче, это был полный бред, если честно. А вот люди вчера... там что, с ума сошли? Да. Вчера я записывала радиоэфир, мы типа делаем радиоэфир, рубрики, каждый записывает какие-то новости за неделю, вот у меня типа зерки на карантине, я все, что со звездами происходит, записываю, редактирую текст, и потом ребятки это все монтируют и скидывают педагогу сразу общую типа картину, вот весь эфир радио, вот. И на этой неделе, вот позавчера мы снимали карантинный ранок, те, что я монтувала. Это типа у меня были онлайн-концерты, то, что сейчас все звезды проводят эфиры прямые и так далее. И я рассказывала про это, кто типа это запустил первый. Лиза, привет. Лиза, привет. И 19 уже, представляешь? Да, капец. Видела и туда кошку подарю. Да, я видела. И я, знаешь, как кукла. Да, видишь, все в теме. А ты не обзавелась еще инструментом? Я хочу очень сильно мультипу. Что-что? Тебе нужна собака, чтобы выводить на улицу ее и будешь заодно гулять. Я хочу очень сильно мультипу. Меня мама тоже переклинила, я ей как-то показала мультипу, она увидела Монатика, вот это Мона. Да, была. Да. И она как не они классные, как ну и все такое. Но я понимаю, что Порше это не переживет, он очень эгоистичный. Ты что, Порше это тупо мамина собака. Если да. У мамы появится новый любимчик, мне кажется, он так будет ревновать просто. Да, это мы понимаем, поэтому типа даже не заводим об этом тему. Логично то, что он не переживает. Я очень хочу мультипу, прям очень дорогие. Так, а блин, они очень дорогие, кстати, ты знаешь? Очень там дорогие. Что-то там... Ты узнавала, да? Да. И сколько? 3000 баксов? Да. Капец. А это же какая-то смесь кого-то там. И мультипу — это смесь мальтийской баллонки и шпица. Но они прикольные такие, кучерявые. Они офигенные. Лер, пожалуйста, очень сильно хочу. Ну, очень дорого. Баки 3000. Да, дорого. Ну, я заработаю денег, буду собирать каждую копейку и тогда куплю собаку. Не, ну, 300 баксов, типа, это еще за них можно было бы подумать. Ну, не 3. 3 это прям... Да, это очень много.
А как относитесь к паре Лизы и Вани? Как ты относишься к паре Лизы и Вани? Ну, как я могу относиться? Так хорошо отношусь. А? Я говорю, наверное, так же, как и я. Ну, типа, меня очень часто спрашивают этот вопрос, ну, как я могу относиться? Хорошо отношусь. Ну, типа, да. И странно, что это у нас спрашивают, как они, у них там отношения, встречания или что у них происходит. Ребят, но если у них что-то происходит, то лучше спрашивайте у них. Да-да-да, Лера правду говорит. Можно в эфир? Кстати, мне вчера архив высветился. Мы ровно год назад были в Вегас-Сити-Холле. Да, я тоже видела. Когда мы поехали в караоке. Да. Тихо, которая была. Боже, это трэш был. Это просто был, ну, типа, блин. Ну, было очень круто, конечно. Просто, да. Я вот вчера... Да, и сколько разговоров разных. Да, было офигенно. И мне вчера начали отметки приходить не только в архиве, а дети начали отмечать то, что ровно год назад, Вегас, ла-ла-ла. Я такая думаю, капец. Да, я видела. Как вы видитесь при карантине? Давно виделись все? Месяц назад, получается, мы виделись все ровно. Да. Да. Кто бы мог подумать, когда мы улетали с тура, то что мы так долго будем сидеть дома, да? Да. Но первую... Я не знаю. Первую неделю я кайфовала, типа, потому что... Я тоже. Дома, офигенно, даже первый день. Тебя никто не трогает, ты никуда не выходишь, ты спишь, ты делаешь то, что ты хочешь, ты кушаешь то, что ты хочешь. Вообще. Да, согласна. Лафа. И при том, что, знаешь, мы вообще редко бываем дома, чтобы дома вот прям проводить. Да. И да, да. Самое то, чтобы насытиться этим всем. Согласна. Так, Лера, Ангелин, что вам нравится в людях, что вы цените? Я ценю. Ну, наверное, искренность. Типа, если человек искренен со мной, то это самое больше я ценю. Я ценю еще чувство юмора. Я люблю поржать. Да, если какие-то. А то некоторые люди с таким чувством юмора попадаются, что лучше не шутите, честно. Да. Или шутите, но не понимаете вообще ничего. Какие-то шутки не прикольные. Не прикольные. Ну, реально. Юля вам свою песню засветила уже? Нет, не засветила. Нет. Мне, кстати, очень сильно интересно, какой у нее текст, типа, о чем там. Потому что последний трек, который Юля писала с нами в туре, был очень позитивный. Поэтому интересно, о чем он написал. Но я думаю, там какая-то драматическая любовь. Почему-то. Вы знаете Данелю Тулешеву, да, знаю. Да. Не, ну я с ней не знакома, но вообще я знаю, кто это. Да, она, у нее очень крутой голос и вокал. Она же у Монатика в команде была. Да, я помню. А ты смотрела эфир Регины и Ивлеевой? Или Ивлеевой, Дандеса и Нади? Да, смотрела. Это очень смешно. Это очень смешно, и это очень жестко, на самом деле. Ты что-то говорили? Да, подрезать себе чёлку, это просто вот так. Я узнала с реакцией Дорофеевой, когда Ивлеева... Как Дандес еще сбрил бровь просто. Это просто. Это, знаешь, когда дурка уже начинается, просто заняться нечем. И настолько. Да. Смотрите «Голос Дети России»? Нет, не смотрю. Я смотрю единственное «Холостяк» на ТНТ. Вот это я подсела, конечно. Вот, посмотрю. Я хочу сейчас посмотреть. Классный? Смотришь? Нет, хочу сейчас посмотреть. Офигенный, ты что, смотри, мы каждую неделю ждем. Мама вчера, я, короче, приехала домой, Саша меня завез. Я такая, думаю, специально не буду смотреть у Саши, чтобы дома с мамой посмотреть, это уже традишн такая. И я такая, говорю, мам, буду смотреть, типа, онлайн на ТНТ? Она такая, я вчера уже посмотрела. Это был нож в спину просто. Я говорю, в смысле, я специально ждала, чтобы посмотреть с тобой. Не, очень классный, потому что там сам этот холостяк крутой, и девочки... их круто одевают на все вот эти церемонии, они там в офигенных нарядах, то есть луки у них у всех подобраны, очень круто. Прикольно.
Да, ну, в принципе, русский холостяк всегда круче, мне кажется. Ну, украинский тоже ничего, мне тоже понравился. Боже, я посмотрела одну серию, Ангелин, ну... Да нормально! Если честно, они стоят в своих куртках, замухрышках каких-то на этой церемонии. Когда? Не знаю, какая-то серия была по СТБ, шла, я посмотрела, но мне наш холостяк не заходит, он какой-то такой. Ну ладно, сейчас тогда посмотрю русский холостяк. Просто у нас как выбирают? Мне кажется, у нас выбирают, типа, для шоу, чтобы история такая была якась, чтобы ты там потом что-то расповедала, у тебя у семьи что-то, а там красивые девчонки интересные. Так. Денчик и Саша знакомы? Лично нет, наверное. Но тебе Дэн рассказывал... Как это не знакомы? А как это знакомы? Ну, они когда нас встречают, ты думаешь, они не здороваются? А когда они нас встречали, чтобы вместе пересекаться? Ну, как это? Было же такое. Сколько вы уже встречаетесь? Корж. Ну, месяцев 10, наверное. Ну, так. Ты же думаешь, что за 10 месяцев они нас не встречали? Я не помню, чтобы они пересекались. Наверное, пересекались. День! Ну, ладно. Не трогай его. Пусть работает. Он занят? На удалёнке? Да. Раньше курсовал по балу. Да, я что-то такое помню. Я не помню такое. Эй, ты шло. Курсовал по балу. Тед, телеканал. Тут фигня какая-то, Лер. Ну, Тед, да, фигня. Что-то я хотела сказать, и у меня вылетело из головы. Как относитесь к Моргенштерн? Ну, расскажи, расскажи. А, я забыла эту историю! Боже, ужас! У нас, ну, типа, не с Моргенштерном есть история, у нас есть с его водителем и менеджером, которые были как бы в этом... С нами в каком ты городе, короче? Мы были в туре? Да, в туре. Это то, что я хотела сказать. И они нам угрожали. Жестко. Мы, короче, с Лерой, я не помню, то ли в 2 часа ночи смотрели какую-то передачу и громко ржали. Ну, как обычно, но ничего не меняется. И тут залетает какой-то чувак и начинает жестко стучать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я прячусь, потому что я думаю, блин, ну что это может быть за чувак? А Лера говорит, типа, ну ладно-ладно, типа, я выйду. Она открывает дверь. Ну да, я открываю дверь, а я стою такая, Ангелина меня заплела, у меня 2 косички такие, я такая замухрышка просто. Кстати, в этих же штанах стояла, помню, клетчатых. В какой-то рубахе домашней такой в отеле. И чувак начинает меня материть просто с ног до головы, что-то мне высказывать, да вы. И такой говорит, мы артисты, мы тут в туре уже целый месяц. Я говорю, ну да, мы тоже целый месяц в туре. А он думал, что мы какие-то малолетки, просто там орём и движуем. Ну, короче, он там высказал не очень хорошие слова, которые я запомню на всю жизнь, а я просто захлопнула перед ним двери, а мы узнали потом на следующее утро, что это была команда Моргенштерна. Вот такие вот дела. Хотя я сказала окей, просто бы сказали, чтобы мы не шумели, мы бы не шумели. Поэтому артисты некоторые пересекаются. Да, вот такая вот история веселая. Какая ваша любимая песня Open Kids? Мы счастливые. И экс-бойфренд, наверное. Я не знаю. Может, под утро, под настроение, на самом деле. В туре каждый день меняется. И чем дальше тур, общаетесь с Каплуном? Ой, давно не общались. Ну, общаемся, но просто иногда очень редко видимся. Пробовали протеин? Я, да. Ну, не помню. Может, батончик протеиновый, а так типа нет. Ну вот именно с шейкером ты не пробовала? Нет, не пробовала. Я только что, когда включила твою трансу, делала вот это кофе, которое в ТикТоке популярное. Долго. Ага. Фигня полная, честно. Нет, но оно напоминает, помнишь, как мы в Маккафе раньше брали вот эти фраппе, которые типа... Да.
из клубники. Вот она очень похожа на этот вкус, типа как кофейный фраппе. Но прикол в том, что я не пью кофе с сахаром, и я не пью растворимый кофе. А оно делается из растворимого кофе с сахаром. Поэтому для меня этот вкус такой немножко приторный, не очень. Но у тебя получилось это консистенция. Только с блендером. Я просто, когда у Саши была, я пыталась это сама сделать. У него не было блендера, у него только миксер-шейкер, типа для коктейлей. И я нашла видео, где девочка такая, китайка какая-то, говорит, что нужно 4000 раз промешать ложкой, и тогда бьется. Я стояла полчаса, и здесь, я говорю, у меня рука просто отваливалась, и я вот это мешаю, это кофе, ко мне уже на кухню заходит и говорит, Лер, типа, что ты делаешь вообще? Ну, в общем, я это закинула, эту тему, потому что реально очень сложно. Если у вас нет этого блендера, то не берите за эту тему. Капец. Ангелина, ты старше Леры? Нет. Лера старше меня, и ей в пятницу будет 20. Как тебе эта информация? Я просто, знаешь, мне кажется, что я сегодня... Почему я целый день карантинный пролежала впервые вот так? Потому что у меня было осознание того, что мои 19 лет утекают просто в никуда, годочки идут. Ну, в принципе, сложно осознавать, что тебе... Очень сложно, Лер. Не с единички начинается возраст, а с двойки. И то, что в это десятилетие ты должен создать семью, жениться, ну, выйти замуж и все такое. Как 20 лет? Мне, честно говоря, не очень сильно даже хочется фотку на ДР выставлять, потому что все начнут писать, господи, я знаю ее с 13 лет, я думала, что ей 15 исполнилось. Я думаю, что меня это сильнее еще прибьет по голове, когда люди начнут писать, о, ужас, она такая взрослая, ей 20, поэтому заблокирую комменты, просто все закрою. Да, что у меня, например, было, когда мне стукнуло 19, и тогда вы, получается... На площадку приехали. Да, но до этого, короче, до съемок. Угу. Когда вот... Нет, не то. В общем, короче, после съемок, когда вы меня поздравили, получается, целый день. Угу. А потом ночью я засыпала и просто ревела от того, что мне уже 19. Вот, у меня тоже такое, типа... Ну, не совсем ревела, но меня прям накрыло в один вечер. Вот когда мы с вами переписывались, помнишь, вот тогда? Да. Вот, короче, типа, когда мы тогда переписывались, меня, в принципе, накрыло понимание то, что, камон, 20, где мои подростковые года, это все типа, прошло... Это уже серьезный возраст. Нужно, типа, браться за голову и тыры-пыры. Короче, такое. Хотя, вроде бы все ок, все хорошо. Да, мне тоже иногда такое стреляет. Мне кажется, это из-за того, что, знаешь, типа, для девушки, в принципе, сложно возраст как-то переживать. И особенно, когда там 30 для них. Да, для пацанов это такое, типа... 20, о, класс. Лера, видела, что вышло видео с тобой в мейкап-машине?